Всем привет, ребята. Так, третий день у нас сегодня по кейс батлу. Я надеюсь, третий. Вроде третий, да? Вроде, короче, третий день. Сегодня же среда, третий день. Все правильно. Как просто было запомнить, оказывается. Третий день у нас сегодня по кейс батлу. Сегодня, ну, как обычно, закинул на баланс я 250 с промокодом, который вот здесь вот был, на 17%. И получилось у меня вот такая сумма. Вчера, по-моему, там что-то оставалось. В комментариях мне написали, попробую открыть желтый Among. Потому что вчера я открывал красный. В принципе, красный хорошо давал. Потом черепашки. Черепашки тоже давали. И желтый Among. Попробуем пооткрывать и попробуем что-нибудь вытащить, годноту какую-то. Не хочу я затягивать. Не хочу. Охереть. Годнота, годно. Как звук тут добавляется? У меня мои уши просто сейчас в этот. Давай еще попробуем. Так, еще разок. Откроем три раза. Посмотрим, что вообще будет. Опять тот же самый, поняли? Короче. Короче, прям что-то. Ястреб тут это. Это топовый скин, да, ястреб. Гадюка. И гадюка, да? Так, хватит с тебя. Так, давай, знаешь, что мы попробуем? Попробуем суды. И на 10% попробуем что-нибудь сделать. Так, АПП от 260. От 260. Вот так вот. Попробуем, короче, по 10%. Как вообще? Ну, я же знаю, что хер зайдет на 10, да? То есть, поэтому... По этому цена у этих одинаковая. Давай еще разок. Давай. 10% же хер зайдет. И это, да, хер зашло. Ну, вот смотри, здесь, короче, оно либо заходит, а здесь 17, да? 44 на 17, но это неинтересно. Я хочу на 10. А, нет, даже вот так, 440. 440. Посмотрим. А что вообще тут есть такое, да? Ну, давай, короче, суд Анубиса. И чё, почему ты 17% до сих пор мне показываешь? Выберите скилл, прокачать ваш баланс. Ты мне сейчас что, баланс хочешь? Ну. Так, я что-то не понял. Что ты? Ошибка, значит... Значение своего оружия... А, я что-то не понял, конечно, что. Вот, ну, и 440, ну. Вот так, да, ну давай. Хер. Опять, смотри, в этой же точке останавливается, да? Окей, ладно, погнали. Давай, что, не, короче, мы сейчас сильверов, потому что посмотрим, что на сильверах будет. Элитное снаряжение какое-то. Так, ладно, давай еще. Сейчас подкрываем серверов. Потом снова попробуем залететь в апгрейды. И на 10% попробуем что-нибудь сделать. Вот так вот. Вот так вот. И на 10% что-нибудь попробуем сфармить. Смокинг. И посмотрим, что будет. Ну, надо же все равно что-то, да, думать. 35. То есть начнем с минимального, то есть, и посмотрим. Взгляд в прошлое. То есть цель, ребята, цель, по крайней мере, окупить то, что вкинул. То, что вкинул. Вот это такая вот цель. Городская опасность 7. Ну, Айзик подороже был бы, да, вроде? Подороже. Просто я посмотрел стримера, как он тут на кейс батле тоже открывает. Да, и если стример, который меня сейчас будет смотреть, думать, что это я тебя посмотрел, то нет, это я другого смотрел. Я другого смотрел. Вот. В принципе, вот. Все, но еще раз не хватит. Давайте летим в апгрейды. И начинаем по минималке. Короче, вот сперва. Вот. Че? Вот. 44. Смотрим, че. 44. Давай.
Мне просто интересно, вот из такого количества что-нибудь вообще залетит? Ну, просто вообще залетит что-нибудь из такого количества. Так, сброс. Шанс нет, мне надо. Теперь что, 64 надо. Теперь надо 64, ищем. А, Стартрек выживший, давай. Ну, тестим просто вообще как-то. Мне самому интересно. То есть там, ну, 250 рублей. Что тут так, ну, как бы, конечно. Чё, кэшбэк? А зачем мне? Зачем мне кэшбэк? Ну, я как бы, конечно, не понял, зачем мне кэшбэк. Кэшбэк мне зачем? Я не понял. Так, я именно X2 смотрю. Давай, моль. Интересненько просто. Интересненько, что сможет... Близко было, да? Ну почти, почти близко. Почти близко он такой мне. Он мне балабулю, бородулю мне прописывает. А, надо же выбрать. Опять, короче, он. Опять так. Опять ты мне как-то херню тут показываешь. Так, цена. Давай. Да ладно, смотри-ка, зашел. Зашло что-то, да? Что-то зашло. Уже хорошо, уже. Давай еще разок попробуем. Бронзовый декор. Нет, ты не дотянешь. Ты не дотягиваешь. Ладно. Окей. Так, теперь мы с... Что тут у нас? 100. Короче, мы 99, а так 107. Ого, 1000, ага. 107. Давай смотрим. Как чемпионство. Стартрек чемпионство. Так, это мимас. Блин, вот если зайдет вот на вот этом, хотя бы там за пятихаточку, да, то есть вообще будет огонь. Вообще будет суперово. Не, ну смотрите, шанс-то есть, да, шанс есть, то есть, блин. Как вот отменить правила, что прокачать, отменить. Ах ты ж. Чё, я не понимаю, что такое с ним. А он теперь заходить не хочет в апгрейды. В контракты, вопрос-ответ. А у меня интернет-то вообще есть? Ну-ка. Ну, вроде я подключен к интернету. Давай обновим тебя. Все, я зашел в апгрейды. Блин, ты чё чудишь, сайтик? Что ты чудишь? Что же ты тут химичишь? Василиск. Интересное название. Василиск. Давай посмотрим. Вчера мне просто спросили, говорит, а куда тебе нахер столько эмок? Куда тебе, говорит, столько эмок в инвентаре? У меня просто на стриме вчера засветил, блин, свой инвентарь. И у меня сразу, то есть, спросили, а куда... Короче, оп. А вот так вот, по-моему, можно, да, делать? А, куда? Так вот, ребята, все эти эмки, которые у меня в инвентаре, я в любом случае буду разыгрывать. А это значит, что... Подожди, тут надо повыше цену-то брать. Я неправильно цену написал. 177, вот надо как. Вот, эти все эмки будут разыгрываться. То есть это эмки, можно сказать, для вас. То есть все эмки, которые у меня лежат в инвентаре, это эмки, которые лежат для вас. Поэтому они будут разыграны рано или поздно. Рано или поздно эти эмки все равно будут разыграны. Так, теперь выбираем вот так, да? Ну, не отступаем просто от своей... Сайрекс, ну-ка. Не отступаем мы от своей цели залететь. Ну, на 10%-то мы уже, в принципе, залетели. Залетели, да? То есть вот. А, залетели. Так, окей, не канаешь. 350. 350. Окей, давай. Ага. И что тут? Виктория, дух воды. О, опустошитель. Кракен. Жернов. Давай, Жернов. Посмотрим. Так, это, блин, я что-то забыл посчитать, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, десять. У меня было 10, да? Раз, два, три, четыре, пять. Или 12 было, и у меня подзалетало. А чё, я не понимаю, что за возврат какой-то непонятный, да? То есть 500. Ну что, ребята? Что, ребята, пробуем на 500. 504 сделать вот из этой штуки. Из этой штуки сделать какую-то годноту, да? Сделать что это? Что-то годное из этого. Механопушка.
давай вот меха на пушку попробуем. Шанс еще меньше 10%. 9,91. Пробуем. Просто если залетает, то это залетает. Если не залетает, то это не залетает. Ну тут прям серьезно не залетает. Тут прям серьезно не залетает. Окей, тогда. Ладно, теперь мы сейчас выходим сюда, сюда. Вот это мы продаем. Это мы продаем. Снова мы в сильверов. Снова в сильверов. Я говорю, в сильверов. Открываем. Открываем. И по той же самой схеме мы сейчас будем пробовать снова что-нибудь сделать. Пришелец это. На 10% что-нибудь будем пробовать замутить. Это такие прям падают. Либо сегодня у нас полная Бревалова. Блин. Я что-то... О, что-то он прям... Несерьезно дает, несерьезненько. Ну, несерьезно, не горелка. Что-то с горелки, может, что-то можно будет попытаться. Перестрелка. Ну, как бы что-то. Так, раз, два. Истовый даймё. Еще на один открытие есть. На одно открытие. Пришелец. Так, на еще раз не хватает. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь скинов. Вот будем смотреть. Что, будем смотреть. Так, ну, все по стандарту. Вот 32. Тебя, тебя. И погнали. Давай. Так, тут балабас. Все понятно, балабас. Следующий. Ну, даже 32, как бы это, ну... x10 на 32 это как бы не существенно там, да. Так, давай. То есть цель у нас. Ой, что ты сделал то скин не выбрал. Ну как бы тут все равно не залетело, даже на таком количестве не залетело. Ну что поделаешь, да. Ну что поделать. Так, что поделать. Пантерка, качай. И то есть ты мутишь, что ли? Ты мутишь как бы меня кинуть? Сайт. Алло. Алло. Проснись. Сайт, проснись. Чё за хня-то? Чё за хня? А, вот ты очухался, да? Ну, судя по тому, что у меня здесь ничего не появилось, а мне там ничего и не выпало там, да? Окей. Ладно. Давай еще разок. Давай. Ну, близко было, да? Было близко. Так, все. Теперь меняем вот так вот. Ок. Ок, ок, ок. Хе. Мортис. О, Мортис, прикольно. У меня уже есть вроде Мортис. У меня есть Мортис. И еще один. Не будет. Не будет. Окей, так, давай. Повышаем наши шансы. Повышаем шансы до 10,4%. И как мы видим, что это все полная херня. Херня. Так, 268. 268. Большая пушка. О, вот это вот ФАМАС защитный. Ну, все. 1,55. Ну, на 1,55 я там ничего не открою. И тут тоже ничего не залетает. Апгрейды. Ну, я, в принципе, на апгрейдах. На апгрейдах. Достаточно, в принципе, подслился там, да? То есть сколько я сделал сливных апгрейдов. То есть возможно завтра в принципе с апгрейдами у нас что-то зайдет. Вот. Ребята, в общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Пишите какие-нибудь рабочие там стратегии окупа, либо как вы думаете, как можно здесь окупиться там, да. Я обязательно их рассмотрю и опробую. Потому что на этом сайте я буду как минимум 7 дней. То есть до воскресенья я буду на этом сайте. Поэтому можете все писать. Вот и напоминаю, также в это воскресенье у нас будет розыгрыш. Поэтому принимайте в нем участие. Все, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И всем до новых встреч.